0,2. 19. 20. Завозной 21. Есть. Оу! Ё-моё, три круга. Как дела, джентльмены? Сегодня сделаем праздничный комплекс, как вы и просили, который обыгрывает сегодняшнее число 23.02.2021. Собственно говоря, мы с вами сейчас сделаем 23 симба пресс, 2 турецких подъема по одному на каждую руку. После этого делаем 20 приседаний с гирей на груди. Потом делаем 21 мах. Все это будет действие происходить 23 минуты, поэтому тщательно разминайтесь. Подходите к этому вопросу грамотно, выбирая вес. Я взял 32 килограмма, потому что в обратную сторону также получается 23. Все достаточно символично. И сегодня, в честь всего происходящего действия, я вам предлагаю перейти в описание и мои книги, программы тренировок сегодня только приобрести со скидкой 23%. В общем, ребята, включаю таймер. Надеюсь на то, что вы поставите на паузу, качественно разомнетесь. И потом напишите свои результатики в комментариях. Смотрим движение, выполняем задание. 5 секунд обратный отчет. Аккуратненько, спокойненько начинаем и потом повышаем интенсивность. Единственное, что гирю занес в холодное помещение, и она мокрая из-за того, что холодно. 6. Предплечья прямо аж ух, и плечи. Сам сказал, спокойно начинаем, но пошло совсем неспокойно. Сейчас по турецкому подъемчику надо сделать. Колено, ладонь, нога, локоть. Мягенько себя приняли. И встать. С ноги на колено, на локоть. Наверх, на колено. Оп, оп. Одна есть. Сейчас другую надо. Ух, перехватило дыхание. Симбопресс — это не шутка. Ну, на левую ожидаемо все действие немного сложнее идет. Приседание. Вот так можно взять.
удобненько. Или 14 раз, ну еще. Сейчас. В голове что-то подумал, 23 надо сделать, а надо сделать же 20. Ну ладно. Поставил, значит, так тому и быть. Время тикает как быстро. 7 разиков. И 21 год, махи 21. Ого. Прямо ого. Поехали. Раунд. Ого. 6 минут на круг ушло. На первый. Ого. Тяжело. Мощно. 23 надо, наверное, ковырять. 9, 7, 7. Погнали. Ого, пампится как вверх. Ну давайте еще 10, 7, 9 есть. Ого, неожиданно. Плечи наваливает. А, хорошо как. Тепло стало. А, жарко. Семь раз.
Еще 7. Почему-то вот эта дичь самая тяжелая оказалась. Не думал, что именно это движение меня подкосит. Турецкий. Аккуратно надо. Это хорошо. Сейчас лево делать. Мощный комплекс. Мощно. Ничего не скажешь. А? Многие, даже именитые гиревики, вы знаете, о ком идет речь, турецкий подъем критикуют. Я в свою очередь хочу сказать, что это либо из-за неумения его выполнять, поэтому они не могут вкусить всю прелесть данного движения, либо из-за того, что оно очень тяжелое. Потому что когда ты делаешь 16 килограмм, не чувствуешь. Даже если ты делаешь 32 килограмма на несколько раз, без комплекса, ты не чувствуешь. Но стоит только попасться турецкому подъему в любом комплексе, выносит просто, будь то 300 спартанцев, сегодняшний комплекс или любые другие вариации, типа турецкого подъема 100 повторов. Это все очень жестко, ребята. Поэтому всегда слушайте сердце, как бы авторитетно не было мнение блогера, которого вы смотрите. Так, приседания. То, что я хотел как раз. Пора потеть. И достойно поработать. Червончик еще. Могу сбиться, запасной сделал, как всегда. Ух, хорошо. И махнуть надо. Двадцать один повторчик.
Поехали. Еще десяточек. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На обоснуй. Ух ты. Хотелось бы еще кружочек успеть. Что-то тяжело совсем. Уже гиря холодная, в кайф за нее подержаться. Ух, зашло. Сейчас еще 5 секунд. 8 минут. Я знаю, тебе что скажу, это придется постараться сейчас. 23 разика. Тяжело как. Очень тяжело. Жарко. Засвечу вам свое пузо. Просто дышать нет сил, нечем. Раз осталось. Ух ты, блин! Еще 5. Блин. Ох, и выматывает. Погнали. Опа. 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 Оп, 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 есть. Встать. Оп. Ah!
Думал, кто-то стучится в дверь, а это сердце так стучит, капец. Ого. Охренеть. Блин. 20 приседаний. Ого, мощно. Погнали, еще успевать надо. Еще десяточки. Мах. 21 раз. Музыку специально не включаю, чтобы все не глушить свои эмоции и выключить свою любимую музыку. Собраться! 21 раз. Уу! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, завозьмай 21, есть! Оу! Ё-моё, три круга. И сейчас сколько смогу, еще симбы сделаю. В мясо. Просто вышатался. Двадцать три, ноль два, двадцать один. Поехали. Чуть-чуть осталось. Раз. Два. Мы закончим. Все. Спасибо всем, кто был со мной, поддерживал, а еще лучше работал. Кто работал и дошел до этого места, не забываем про скидочки. На сегодня все. Пока-пока.